Так, считаем. Вот это вот белые хомутики, вот это вот черные хомутики. И вот это вот количество пластмассы, вот там вот валяется, вот это вот все валяется, вот это вот еще молдинг пластиковый валяется. Это все делается для того, чтобы добраться просто до разъема, вытащить вот этот вот провод и снять вот это мотор-колесо. У нас сегодня в работе очень интересный, наподобие мотороллера с багажником велосипед. Даже у нас компьютер, смотрите какой, с лампочками. То есть очень древняя модель электровелосипеда. Он еще у нас даже на свинцовых аккумуляторах, представляете? Смотрится, конечно, обалденно эпично. Когда соберем, покажу. В общем, проблема в чем? Поломала спицы на заднем колесе. И чтобы колесо просто снять, мне пришлось вот эти вот все хомутики отрезать и все это разбирать. Дальше я покажу, что там у нас с аккумулятором. Закончили ремонт этой нашей супер тачки. Едет она прикольно, очень медленно. Есть такой фонарик мощнявый, можно сказать. Так он светит. Короче, классный аппарат, как раз для бабушки, для дедушки. Очень легко залезать. Пластик даже не громыхает. Получилось достаточно интересно.